Всем привет! Сегодня мы приготовим куриные рубленые котлетки. Итак, поехали! Но для начала добываем огонь. Нарезаем кубиками куриное филе. И к филе добавляем 2 столовых ложки муки и 1 яйцо куриное. Затем берем кусочек сыра и натираем на крупной терке. И также отправляем это все к филе. Обязательно добавить немножко соли. И приправ для курицы. У меня тут с чесноком. Все тщательно перемешиваем. После того, как все перемешали, ставим сковородку на огонь. Наливаем чуть-чуть масла и ждем, чтобы прогрелось. Техническим причинам не было снято, как было добавлено в фарш сметана. Затем наши котлетки выкладываем ложкой на сковороду. Обжарились с одной стороны и переворачиваем на другую. Осталось только попробовать. У нас получились нежнейшие котлетки. Самое главное, быстро, полезно и вкусно. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!